А вот ты про молодежь сказал. Я ведь подумал, что на самом деле Ольге Вадимовне 15 лет ведь. Да, да, да. Ты помнишь. Да, 15 лет – это уже взрослая дочь. Доченька. Взрослая, да. Слушает Бах Компот. Значит, короче, долгое время я с ней на эту тему не общался. Но так. Однажды пришла в гости ее подружка, и выяснилось, что любимая их песня в классе у девочек – «Замороженные сиськи». Так. Так вот. А напомни мне, я что-то вот припоминаю про эти сиськи. Раз залез я в холодильник, чтобы сожрать чего-нибудь, и увидел в морозилке замороженную грудь. Замороженные сиськи растревожили меня. Замороженные сиськи – очень твердая фигня. Точно, сейчас я помню. Ну и так что Ольга слушает, в принципе? Как у вас? Ольга сейчас слушает такую нежную романтическую музыку. Вот недавно у нас с ней был фанатский выезд в город Ярославль. Давала по стране России украинская группа «Флёр» давала турчик, так. Одесская, где девочки там поют нежными голосами какие-то печальные полуготические песни. Угу. И вот мы в Москве не попали и поехали в Ярославль. Угу. Доченька простояла с планшетом, всю эту романтику фиксировала. Ты хороший отец? Я отец абы какой. Угу. Но, наверное, в том плане, что я появляюсь в жизни ребенка редко и не давлю на него, да, и как-то так, наверное, компенсирую, волей-неволей возникающее родительское раздражение у мамы, да, наверное, я хороший, наверное, я какую-то роль выполняю правильную, громоотвода. А в каких отношениях ты с матерью ребенка? В очень хороших. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».